Привет, новый Kia Rio, комплектация комфорт. Именно вот на такую машину рассчитывается в основном корейцы, что именно вот в такой комплектации будет народ в основном брать эту машину. Вот она здесь появилась у дилера. Давайте смотреть, что здесь есть. Ну, понятно, что здесь твердое, это мы трогать не будем. Это все понятно. Бардачок. Сразу скажу, что как-то вот он теперь стал ниже из-за вот этой линии. И, по моему мнению, потерял поместимости. Но про это уже кто-то только что не говорил. Я ничего не буду говорить. То есть, кому что-то это напоминает, ради бога. Давайте смотреть дальше. И вставка такая вот. Она чуть-чуть такая. То есть можно ногти подточить. Здесь идет продолжение. Видно. Небольшой экранчик, такие почему-то здорово широкие кнопки. Ну, к этому, наверное, привыкнуть просто надо, не знаю. Ну, сейчас все отключено, 6 станций тоже. Вот, здесь как-то вот, мне кажется, несколько грубо сделан вот этот пластик такой. Как-то, может быть, стоило поменьше вот эти все крутилочки сделать, более, чтобы они были элегантные. Не знаю. Ну, вот эти вот ручки, так приятно их. Они тут такой... пупырышки на ней, в общем, так рука не скользит, холодный горячий воздух. Здесь две розетки 15 вольт AUX USB, почему-то здесь не закрывается, не знаю. Ну и вот тот кармашек, но большой. Здесь телефон влезет, два подстаканника, ниша, и тут еще вот, ну не знаю, термос не влезет, какая-то бутылка 0,5 и все. Подлокотника здесь нет. Стандартные шторки нет, но зеркало есть здесь. Свет такой. Все это стандартно. СОС, это у нас ГЛОНАСС, динамик. И здесь тоже вот есть зеркало. Руль в коже. Он. Есть регулировка. Вот он по вылету и по высоте. Здесь, в общем-то, все то же самое. Угол наклона фар, подсветка приборов, датчик давления в шинах и отключение ESP. Там у нас предохранители, две педали. Ну, как-то вот тоннель, вот сейчас они сделали чуть-чуть по-другому, тоже мне нравится. В общем-то, и все остальное, по большому счету, ничего не изменилось. Ну, давайте вот так, смотрите. Вот так все будет смотреться. Нравится вам такой интерьер? По идее, как бы сел и поехал. Что тут смотреть? Но с другой стороны, вы же покупаете машину не на год, правильно? Там не на полгода, а на 5, на 6, на 7 лет, а то и на 8. То есть это часть вашей жизни. И каждый день вы будете видеть все вот это. Ну, в общем, руль в коже, да, согласен. Здесь кнопочки. Управление громкостью и треки полистать и так далее. Ну вот эта вставочка мне нравится, согласен, да, красиво сделано, не вопрос. По обзорности я уже не буду говорить, это сам каждый решает для себя. Ну как-то так. Вот еще раз давайте смотреть. Воздуховоды вот так работают, в общем-то неплохо. Можно вот полностью перекрыть воздух, чуть-чуть открыть, то есть не обязательно здесь крутить больше меньше выставил какой-то, допустим, на троечку, здесь ее приглушил и все, нам будет чуть помедленнее, вернее потише вам дуть. Ну здесь еще и глянцев они добавили, а так в основном такой простенький пластик. Так, приборка не освещена, поэтому здесь сказать нечего. Машина, все пробег, как видите, 4 километра всего. Динамик и сзади динамик. Вот тут всего 4 динамика.
Здесь тоже у нас получается электрозеркала, центральный замок, блокировка стекол, все электростеклоподъемники. Стандартная здесь ниша, полторашка войдет для ветоши. И вот такая вот получается, нет отдельной ручки. Она такая вот, хоп, сюда подхват и все. Здесь, как видите, черная вставка идет. Да, на черном пластике черная вставка, не знаю. Уже, наверное, сделали как вот это вот положение. Вот. Ну, в общем, здесь ничего особенного. Сзади, вернее, тут есть, в потолке есть плафон. Он, оф, он, оф. Микролифт, все дела. Ну что, пойдемте посмотрим, что сзади. Сиденье. Ну, сиденье здесь более-менее тверденько. Здесь что? Здесь тоже, в общем, сидеть нормально. Не будет вас в поворотах из сиденья выкидывать. Ну, как-то вот, ну, опять же, на слышите? Что это такое? Дешевенький наполнитель или что? Вот все-таки вот этот еще раз хочу показать. Узел, видите, да? Вот. Такая пластмасса. Честно говоря, как-то мне не очень. Может, оно потом со временем глаз привыкнет. Но пока как-то кондиционер у нас здесь и подогрев заднего стекла. Идемте назад. Что там? Изменилось или нет? Тут, в общем-то, ничего не изменилось. Только вот, видите, да? Вот эти вот ручки раз и открыл. То есть, если раньше такой же штырь, нужно было за него тянуть, и он стал неудобно. А теперь такой раз вот, чуть-чуть, и все. Все по-людски стало. Это, конечно, плюс. Также здесь все обшито. Голого металла нет, это хорошо. Вот. Электростеклоподъемники. Также здесь такая ручка. И здесь небольшая нишка для мусора. Вот так. Теперь чуть-чуть здесь переделали. Обратите внимание, как стало здесь сзади. Красиво так. Ну как красиво. Ну, не как раньше было. Мне так кажется, вот поинтереснее стало. Ручка вот так теперь открывается. Ну, сзади. Что сзади? Давайте смотреть. Теперь вот из-за вот этой вставки кнопочки здесь не будет. К сожалению. R15. Сзади идут барабанные тормоза. Ну, кстати, неплохой цвет, да, вы обратили внимание, такой синий. Поворотники здесь в крыльях здесь нету. Это у нас комплектация комфорт. Вот тут хочу еще раз обратить внимание, видите, стало теперь здесь резиночка. Раньше ее не было, то почему-то только сзади была. Теперь вот она по всему периметру. И теперь получается, если когда пыль летит, резиночка это отбивает пыль. И она, вот как раз покрытие у вас остается целым. Давайте посмотрим цену. Kia Rio, комплектация комфорт. Двигатель 1.4, 100 лошадей. Шестиступка автомат, синий металлик и такая доп. Оборудованная сигналка с автозапуском. Цена такой машины 795 тысяч 900 рублей. Ну, в общем, как-то так. Вот думайте, движок 1.4, автомат стоит, и машина стоит практически 800 тысяч с движком 1.4. Вот так смотрится передок. Как вы считаете, дорого это или нет? Ну и опять же, вот видно,
новый Рио. То есть вы купили машину, и у вас вот такая будет здесь стоять фальш-заглушка. Не совсем такой пластмассы, какая-то она незрачная. Уже кто-то предположил, что вот эту вещь все будут колхозить, снимать и ставить либо глянцевую, либо что-то еще. Но такая вот не очень всем нравится. Простенькие фары. Ну, в общем, примерно вот так все это выглядит. Практически здесь добавили сигналку с автозапуском, и машина вот эта с двигателем 1.4 и автоматом стоит практически без 5800 рублей. Ну, я не знаю, как вы считаете, дорого это или нет. Как всегда, пишите, что думаете по поводу, как вам такая цена. Пишите в комментариях, пообсуждаем. Все. Всем пока, счастливо.